Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, я Вика. Сегодня смотрите, какая у нас кайма, красивая, ажурная. Как раз у меня образец связан, конечно, с теплой пряжи, но она ажурная и вполне себе подходит для летних вещей, для туник. Вот смотрите, какая красота на чулочной глади, в круговую вяжется абсолютно легко. Я вам оговорю, в конце видео предоставлю схему, которую вы сможете заскринить. Вот такая вот красота на летние туники с изнанки. Ну, конечно, с изнанки, изнаночная сторона классическая, обычная. Вот. Очень просто на самом деле, ничего сложного. Вот такая вот у нас сегодня красота. Значит, что нам для нее нужно? Число петель. Вот что у нас здесь, нюанс какой? Ну, в общем-то, в принципе, его можно и подогнать как бы под эти число петель кратно 17. Обязательно, девчонки, вот эта вот вещь. Потому что здесь начинается узор, здесь заканчивается вот здесь, вот он раппорт, если вот так вот смотреть, вот они 17 петель, и понятное дело, что накид здесь, 2 вместе здесь, тут его никак манипулировать с ним нельзя, то есть строго 17 петель раппорт. Я буду вязать 2 раппорта, поэтому набираю 34 петли плюс 2 кромочные, 36 петель. Чтобы вы видели вот этот вот стык, переход, начало, конец раппорта, значит 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. В конце я, как обычно, делаю узел. Вот. И первый, второй ряд изнаночные петли. Именно изнаночные, не лицевые, а изнаночные. Ряд тоже изнаночный, за заднюю стенку я вяжу второй ряд. Если это круговое вязание, то мы один круг вяжем изнаночный и один круг лицевой, если это изнаночный. То есть нам нужно по большому счету 2 ряда платочной вязки, один ряд изнаночный, один ряд лицевой. Если это поворотные ряды, то я думаю, в большинстве случаев это будут поворотные ряды, потому что если на тунику, то там предполагаются разрезы. Ну, если разрезом не предполагается, то, конечно же, круговые ряды. Итак. Третий, пятый, седьмой и девятый ряды вяжутся одинаково. Вот таким вот образом кромочную снимаем, 2 петли вместе лицевую. Здесь я, кстати, не смотрела никаких поворотов, уклонов. Вот так вот 2 петли вместе, один раз 2 петли вместе, второй раз 2 петли вместе, третий раз 3 раза по 2 петли вместе. Далее накид, лицевая, 1, накид, лицевая, 2, накид, лицевая, 3, накид, лицевая, 4, накид, лицевая, 5 и 6 накид. То есть у нас 6 накидов и 5 петель между ними. Далее снова по 2 вместе. 1 раз 2 вместе, 2 раз 2 вместе, 3 раз 2 вместе. Это и есть наш раппорт без вот этой кромочной. Далее мы повторяем то же самое. То есть здесь у нас просто 6 вместе, 6 раз по 2 вместе.
в центре вязания, да, этот раппорт разделен у нас только вот здесь, вот как бы эта, ну, волна вот эта вот, да, вот она, 6 раз, 6 раз, 6 раз. То есть сейчас я начинаю вязать второй раппорт, но в середине я просто считаю 6 раз по 2 вместе. 1, 2 и 3. Вот они, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз по 2 вместе. Далее снова накиды. Накид лицевая 1, накид лицевая 2, накид лицевая 3, накид лицевая 4, накид лицевая 5 и накид 6. 5 лицевых и 6 накидок. Далее 3. То есть здесь раппорт как бы... эти по 2 вместе разделены, половина здесь, половина здесь. Вот так и у вас будет разделено, если это поворотное вязание. Так, четвертый и все последующие изнаночные ряды изнаночными петлями. Накид тоже провязывается изнаночной. Если это круговое вязание, то это лицевые петли. Вот и все. Вот и вся разница. Нет кромочных. И четные ряды все лицевые в круговом вязании. Все остальное точно так же. Теперь я вяжу 5, 7, 9. Ну, в общем, до 10 ряда я еще вяжу вот точно так же, как вязала. То есть это 4 лицевые ряда. 8 всего рядов полностью связаны одинаково. Вот они, вот они, вот этот кусочек, он связан одинаково. Я вяжу сейчас еще 6 рядов. Итак, вот я провязала 10 рядов. Ну, то есть всего 10 с этими двумя начальными. Вот так вот это выглядит. Вот. И 11 ряд. Первую петлю снимаем, 3 лицевые, 1, 2, 3. Здесь уже мы делаем уклоны, 2 петли вместе, я их поворачиваю с уклоном вправо. Накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид, 2 петли вместе лицевой с уклоном влево. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот это и есть раппорт. Сейчас оно не видно, девчонки. Когда вы только провяжете вот дальше, как бы лицевой гладью, тогда только вот это вот все вырисуется в красивый узор. Значит, я продолжаю. В середине у меня 6 лицевых. 2, 3. То есть я начинаю следующий раппорт. 2 петли вместе с уклоном вправо. Накид, 7 лицевых. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево и 3 лицевые. Вот два раппорта я провязала. И так далее. По центру просто у нас 6 лицевых в данном случае. Так, 12 ряд. Изнаночными, либо четный ряд лицевыми петлями. Все лицевые петли. Так. 13 ряд. Кромочная. 2 лицевые. 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо, накид, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 4 лицевые, 1, 2. То есть 2, 2 это с первого раппорта, а 2 уже со следующего. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Накид, 9 лицевых. 1, 2, 3, 4,
9 накид, 2 вместе лицевую с уклоном влево, 2 лицевые, кромочная, 14 ряд изнаночный, 15 ряд, кромочная, лицевая, 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо, накид, 11 лицевых, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 лицевые, 1 из них с первого раппорта и вторая из следующего, 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо, накид, 11 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево и 1 лицевая и кромочная. 16 четный ряд изнаночными либо лицевыми в круговую. 17 последний ряд, это кромочная, 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо, накид, 13 лицевых, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Вот он раппорт. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Накид, 13 лицевых. 2 вместе лицевой с уклоном влево. И изнаночная. Все, девчонки, вот он весь узор. А вот сейчас я, если вам вот так вот растяну, то его, конечно же, видно, но лучше провязать, и тогда он, ну как, вы все равно будете вязать, тогда его будет виднее. Вот он такой вот красивый, такая вот красивая кромка. Он прекрасно для паутинки подойдет, вот так вот закончить низ изделия, да. Вот, и для летних, и для зимних изделий. Ну, а я с вами прощаюсь, девчонки. На сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.